О, ребятки, а вы уже тут? Я тут себе сражаюсь, и внезапно тут вы на меня смотрите. В общем-то, это у нас сейчас заключительный бой. Бой хищники против амфибий. Так, ну что, давайте. Мы тут сейчас немножко развлечемся, и потом пойдем на настоящий суровый поединок. Так, ну индоминус этого псевдокрокодильчика заточит. На раз-два. Так, да, 10-й уровень индоминуса. Когда бы мы еще им посражались. У, практически пробил. Нет, этого допустить нельзя. Индоминус должен жить. Хотя бы недолго. До следующего. А следующий у нас крутозаврики. Крутики такие прикольные первого уровня. Так, давай, индоминус, все, уступай место кормушки другому динозавру. Ничего себе, он даже решил выжить. Тогда спасем индоминуса. Отлично, мы его пробили. Ну, Супрано Титану, думаю, так не повезет. А вот следующий у нас будет тиранозавр Рекс. Как говорится, без перьев и без губ, как в Зауриан. Но ничего страшного. Мне, ребятки, собственно, абсолютно. Я человек, который старается видеть что-то хорошее. Кому-то там Зауриан, у кого-то там бомбит, пуканы взрываются, что там Зауриан, динозавры какие-то не такие реалистичные, как им бы хотелось. А мне абсолютно все равно. Хорошая, приятная игра. Почему бы в нее и не поиграть? Это же, как говорится, игра, а не научная диссертация. Здесь можно и пофантазировать. Так что... Скоро мы вернемся к Дакота Раптору, к приключениям Дакота Раптора. И давайте откроем. Амфибии против фаворитов. Назывался так этот турнир. Что там, 500 гена и кулазуха дали. Да, древнюю амфибию. Так, ну вот мы потихонечку заполняем эту шкалу битвы титанов, да. И что нам предстоит? Это награда за... Микро-супер-ДНК. Ну, нам насыпят супер-ДНК и того. Карточка 1, карточка 2. И потом еще рандом какой-то, да. Ну, и тут предстоит нам сражаться, конечно же, с зубодробящими противниками. 10 на 4. Но это еще по-человечески, можно так сказать. По-человечески. Так, и можно попытаться амфибиями, то есть 2000 будет у него атака. Ой, поверхность выбираю. Нет, тоже вода, но амфибии. Будет бить он 2 косаря. То есть можно взять того же остапозавра, крутозавра и пристазуха. Почему бы нет? Я все надеюсь когда-нибудь повторить подвиг остапозавра и пробить троих пахигалозавров. Но это маловероятно. Так, ну что, Карнораптор, ты наш. Добавят ли его в Jurassic World Live? Вот это вопрос, который интересует многих. Так, ну тут походу нам уже хана. Хана. Раз-два, раз-два. Вот как раз два, в общем-то, и было. Баллов, и этот гаденыш нас и съел. Он нам отомстил за то, что мы съели 3 его собрата в одной из серий. Прям троих завалили. Да, ну интересно, если у нас будут 3 боя с хищниками. Ну тут
хищники такие мощные, что я хотел бы пройти три таких суперхищника и три боя с тремя суперхищниками и три раза брать набор из амфибий, но это нереально. Но здесь мы довольно легко разобрались, это радует. Первый бой прошел как по маслу. Тут будет нам непросто. Тут будет нам точно непросто. Так, в принципе, первого можно взять хищник, амфибию. Давайте возьмем амфибию какую-то крутую. Крутую, и против нас выставится вот эта вот амфибия. 4.37. Ну, давайте вот этого возьмем. Возьмем его. Он подменится. Потом мы берем птерозавра. Я думаю, нам будет достаточно и метриофадона. И потом все-таки, конечно же, нужно взять какого-то матерого хищничка. Ну, нам нужно ставить защиту, потому что деплотатор нас, вы понимаете, практически за один удар съедает, и он этим, думаю, прямо сейчас воспользуется этой возможностью. Вот подлец, не воспользовался. Но я не ставил защиту, потому что у него могло быть уже 3 балла. Ха, вообще, ребята, это вообще идеально. Мы вообще накопили все 8 баллов. Ну, точнее 7. Вообще офигеть. Ну ладно. Я думал подмениться на метриофадона, и вообще было бы... Я, в принципе... Как я так мог не досчитаться? Кто-то знает? Блин, так было, так все хорошо складывалось. Ну, мы конечно, затащим, но это обидно. Ну, приходится вот так вот бить. Блин, не досчитался одного балла, что-то я так... Обнадеялся. И он еще и перенес один. И атакует на 4. Так, нам тут сколько баллов нужно? 4, надеюсь. Нам 3 хватило, еще и 1 можно. Так, ну это легче легкого. Не знаю, правда, что это за такие поединки, где вот этот пеликанептерикс постоянно присутствует. Он же ни на что не способен. Так, ну это какой-то такой довольно легкий поединок получается. Ну, в смысле, весь турнир. А ну-ка. Так, ну, кто бы сомневался. Стегоцератопс, ребятка, стегоцератопс. Силой. Ну, вы поняли. Так, давайте возьмем амфибию. Можно взять амфибию. Потом кого-нибудь. Снова амфибию, а тебя мы заменим, естественно, на хищника. На топового хищника. Ну, давай вот так. В принципе, у нас еще остается даже запас динозавров, с которыми мы можем пободаться. В защиту ставлю, потому что мне же этот красавчик за один удар, у него 5 сила удара, 5000. А чё это он не подменился? Я амфибию первую поставил специально мастодонзавра, чтобы он подменился. В
Вот. А вот теперь, конечно, надо было бы мне и в защиту поставить. Меня с одного удара пробил. Вот это поворот. Да. Я думал, конечно, о таком развитии событий, но... Ай, блин, ну и прям три надо бить. Ну что ты будешь делать? Насколько он крепкий, представляете? 40-й индораптор за два удара не смог его пробить с бонусом. Так, а вот этот меня что? Скажите, что ты меня за три пробьешь, и я буду плакать. Мы посидим в защите, и он сидит в защите. Но дальше, чем следующий ход, он не досидит. Так, вот так, молодец. Молодчинка. Я теперь сделал практически горгазуха. Не, там 9000. Раз, два, три, покойник. И 4 балла горгазуха. Ну, вообще, изикатка турнир получился. Это там турнир за деньги, по-моему, за баксы. Короче, такой вообще жесткач. Ну я рад, что нам попался вот из стегоцератопс крутой, а то постоянно эти хищники, хищники, хищники. Люблю травоядных, потому что у нас хищников сильных много. Сожри его, чудовище. Кто более чудовищный, ребята? Горгазух или пахицефалозавр? Пахигалозавр. Так, и набор супер ДНК. Так, а еще новости, ребятки, давайте глянем, что нам там пишут. Кстати, игра обновилась. 12 из 28, почти половину мы уже выполнили по битве титанов. Так, вот, более стабильная версия уже доступна. В общем-то, обновился, это из прошлого у меня проблем не возникало. Моностегатопс ждет в наборе стегоцератопса и макронаборе. А, мы сражались за микронабор, понятно. Это количество генов внутри. Гигантский олень, кто еще не успел создать индрикоцера. Шанс получить гибрида. Ух ты, интересно. Какой там шанс? Набор плотоядных. Так, вот последняя возможность получить мана стегатопса. В конце этой недели супергибрид покинет наш остров. Успейте вывести его. Ничего себе, даже если у тебя есть гены, короче, мне об этом вот писали, кстати, да? Интересно, интересно. Его нельзя будет создать, что ли? А почему? То есть индораптор как бы не исчез, а это должен исчезнуть. Ну и крадущийся по равнинам, это у нас индрикотерий. Да-да-да, но это мы уже открыли его. Я уже записал эту серию. Вот так вот, такие были дела, ребятки. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.